Будем честными, обслуживать баки довольно-таки сложно. Нужно правильно установить спираль, зафиксировать намотку, правильно уложить хлопок. При этом это надо сделать так, чтобы ваш бак и не тек, и не давал привкуса гари. Серпент SMM – самый неприхотливый бак, который мне довелось использовать за последнее время. И именно поэтому мы сегодня с вами о нем и поговорим. Производители Serpent SMM – это компания Watoff и блогер SackMyMod. Они явно позаботились о покупателе. В коробку кладут не одно, а целых два запасных стекла. Помимо этого еще есть инструкция, которая рассказывает, как ставить спираль, пакетики с допами и отвертка. База устройства рассчитана под одну спираль. На каждом крае стоек присутствует винт для зажатия намотки. Данное решение значительно облегчает установку спирали. Ее можно наматывать как по часовой, так и против часовой стрелки. Укладывание ваты тоже производится достаточно легко. Для нее предусмотрены специальные отверстия. Длина хлопка должна быть такой, чтобы она чуть касалась дна ванночки. Этого будет достаточно, чтобы жидкость легко по ней пропиталась. Вкус и передача у Serpent SMM достойная. Вкус довольно умеренный и спокойный. Он не настолько концентрированный, как у дрипок или какого-нибудь Reload RTA. Но это объясняется одной спиралью и обдувом из подстоек, что дает спокойный, но детальный вкус. Регулировка обдува осуществляется легко и безо всяких усилий, при этом его можно отрегулировать от свободной до полусигаретной затяжки. В Serpent SMM хорошо все, кроме емкости бака. Она тут равна 2 мл в соответствии с европейскими законами TPD. Несмотря на это, заканчивается жидкость в баке довольно медленно, как-никак тут одна спираль вместо двух. А заправить бак легко, достаточно открутить верхнюю площадку и из-за больших отверстий сверху пролить жидкость практически невозможно. Serpent SMM хорош. Невольно замечаешь, как мало времени было потрачено на установку спирали и укладку хлопка. После использования этого девайса о нем остается только положительное впечатление, так как у него есть хорошая вкусопередача и при необходимости с него можно выдувать неплохие облака. А на этом все, мы благодарим Watoff. Свое мнение об этом устройстве вы можете оставить в комментариях, а также поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий обзор. И как гласит название SMM, от Sassy Mod.